Всем доброе утро, ребят. Надеюсь, оно у вас после вчерашнего вечернего стрима доброе. Я реально спал хреново. Но стримец был зачетный. Кто не смотрел, обязательно зайдите, посмотрите, кто любит хорроры. Постараюсь сегодня сделать его повеселей. Хотя он и так вчера был для меня очень веселым. В общем, у нас сегодня воскресенье, битва гильдии. Сейчас мы с вами будем пробовать тащить бигфутищем, которого я уже показывал. Довольно-таки интересная сборка. 10-10 огненка, 10-10 СО. Поснаряй. У него священный суд. Собран с уклонением. Ну, в принципе, довольно-таки интересная сборка. В чем плюс? Герой у нас наносит урон, также замораживает все вокруг, имеет иммунитет к стану, страху на 5 секунд, кулдаун 6,5, если, конечно, он включится. Также он дополнительно восстанавливает 200% от атаки, от каждого удара 0,2 секунды. В общем, поехали. Точнее этот. Ну да, все правильно. Поехали, посмотрим, кто там у нас есть. У нас будет связочка ворожей, СО Огненка и Бигфут, то есть два героя, которые по идее должны нормально в связке работать. Так, 1,5. Ой, отлично, землеройка, Фрэнк, Зефир, Водушка, Оккультист, Ворожай и Фоба. Вообще отличный вариант. Так, то же самое, отлично, только здесь меньше. Еще один миллионник. Вот хорошие дефы, вот реально классные. Смотрю всех топов. Мэри, ну тут меньше Водушек. Чем миллионников сегодня будем разваливать. Везде фобусы. Даже можно не смотреть. Здесь 1,2. Отлично. Тут вообще без воодушевлений, к сожалению. Но тут есть стрелок. Поехали, попробуем отсюда. Посмотрим, смогут ли они держаться. Как видите, смотр нормально дамажит. Так, Фрэнк. Фрэнк нас зарядил. Посмотрим. Самое главное далеко не забежать, потому что он бьет зонально. Мы сейчас ему поставим питомца еще. Как обычно, ца поставим. И для подстраховочки вместо фена сейчас поставим седушку, чтобы он резнул. Такс, окей, ну в принципе, поехали, посмотрим. Давайте начнем с самого крайнего 1,2. Посмотрим, что он сможет нам противопоставить. Стартуем с бига. Посмотрим, как он держится. Вот, пошел отхил. Без исцеления у него тоже довольно-таки неплохой отхил. Но стрелок, как видите, вроде и режет, но у нас смотр еще есть. Посмотрите, что он делает с героем. Он просто офигенный перс. Как по мне, для битвы гильдии Фрэнк. По сути, все, что дамажит. Смотрите, что делается. Да он соло может тащить. Это нереально крутой герой. Зефир. Плюс ворожей. Жесть. Вот это реально кайфовый персонаж. 70%. Единственное, что у нас смотр. Ну, посмотрите, там отхил. Все равно, даже в таком варианте, просто
кайфово смотрится. Понятно, здесь нету кучи героев с воодушевлениями, но и этого хватает. 30-й Зефир, 30-й Ворожей и Стрелок, и кто-то еще, походу, у нас улетели. 92%. Блин, ну реально круто смотрится. Вообще просто на реке соло разобрал. Офигеть. Или 1.5 завалим. Так, ну тут у нас посерьезнее. Тут у нас с воодушками все. Здесь без отхила, но я думаю, он соло не будет справляться. Да, еще и тыковка. Вот ими. Поехали, пробуем через оккультиста. Тут без разницы, наверное, откуда нападать. Ведь все-таки молчанка проходит. Ну, от молчанки у нас есть очень хороший способ. Это ворожей, который будет ее снимать. Ну и дополнительно давать еще отхил. Сейчас посмотрим. На оккультисте мы можем зависнуть. В принципе, нам этого вполне будет хватать. Должно, по крайней мере. То есть, как видите, здесь уже топовая атака и то, о чем я говорил. Если у вас хороший ворожай, чему я всегда говорю, качайте ворожай, качайте ворожай. Он у вас будет держать спокойно всю атаку вражеских героев, снимать молчанку, отхиливать, усиливать ваших героев. В общем, все, что надо у вас есть. Вот, пожалуйста, Бигфут. У нас в роли танка, вроде как бы, ну и ворожай, в принципе, тоже в роли танка. Ну, на предыдущем видосе вы видели, что такое Бигфут, и что реально его сложно слить Зефиром там. Ну, реально, герой очень классно смотрится в топовой сборке, против топовых героев реально тащит. А вот вам пример. Оба, Землеройка, Фрэнк, Оккультист, Зефир и ворожай. В принципе, тоже очень классный, да, вариант. И нифига они сделать не могут своими молчанками, потому что у нас хороший ворожай и Бигфут, который в роли танка просто чудесно справляется, он замораживает. Можно было бы зайти даже через ворожай, я думаю, они бы его тоже разобрали, так как Бигфут замораживает очень классно и плюс нормальный дамаг еще наносит. Вполне вероятно, что они бы их слили. Ну вот, пожалуйста, 1.5 разбирается просто на ура. Поехали дальше. Так, тут у нас послабее будет. Тут у нас один Фрэнк. Давайте попробуем с воодушкой. Это то, что я вижу. Сейчас посмотрим, как Бигфут справится, не справится с отхилом. Ну вот, посмотрите, что он делает. Он замораживает, и Фрэнк фактически ничего сделать соло не может. Супер. Сейчас мы дойдем до ворожая. Я думаю, здесь он тоже должен соло. Но здесь нет воодушевления. Но посмотрите внимательно на Фрэнка. То есть Бигфут один из тех героев, которые просто реально круто тащит. Вот, нету воодушек у вас. Слили, блин, на самом последнем. 50%, прикидываете? Вот это облом. Так, ну давайте попробуем. Сейчас попробую седно и резну его. Сольемся, то сольемся. Мне самое интересное потестировать. Отлично. Вообще, смотрите, он двоих держит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Видите, вот. Все-таки молчание — это печалька. Вот от молчания надо что-то делать, потому что оно реально очень портит нервы. Не знаю, или мы тут сейчас даже затащим, но попробуем, по крайней мере, с таким составом. В принципе, если Бигфут соло сливал, может, и эти сольют. Сейчас посмотрим героя. Ну, надо было все-таки протестировать Бигфута, а он, в принципе, смотрится очень круто. Но без ворожея, как видите, молчанки проходят, и все очень печально. Поэтому единственный вариант — это брать с собой ворожая на такие вот локации, потому что ворожай снимает молча. А это... Так, ну тут, походу, мы не пройдем дальше. Там уже Барт подключился без варианта. Ну, зато
потестировали, что следующий бой мы без ворожея не пойдем. То есть нужен ворожей. Надо было еще кого-то поставить. 91, не понял, а кто у нас тут так дамажит. Не понял. А, у нас же оккультист бьет еще нормально. Это если повезет, конечно. Но вряд ли он тут все здания за 30 секунд развалит. Ну, то такое. Сама суть понятна, то есть реально эта связка героев будет довольно-таки неубиваемой. Ну, относительно неубиваемой, потому что их тоже могут на них кинуть окаменение, заморозить и прочее. Но в большинстве случаев этого случаться не будет. Поэтому тестируем дальше. Обидно, конечно, за такой слив, но ничего не сделаешь. Для этого есть тесты. Так, 1.8, поехали. Так, что у нас тут? Некрос, Зефир, Мэри. А тут кто у нас стоит? Фрея. Поехали сюда и посмотрим. Мне уже интересно посмотреть. Оккультист и Фрея. Ну, как видите, тоже. Проседает довольно-таки хорошо, поэтому в этом случае он уже слился, даже не успели мы. Без ворожая никуда. Собираете ворожая, желательно по максимуму уклонения, который будет реально подстраховывать и дохиливать. Опять же, это все условно, может смотр ударить плюс фрея ударить. Варианты разные есть, это нормальное явление. Так, куда ты пошел? Вот видите, опять то же самое западло. Жесть. Сейчас выбросим сразу же всех. Опять сольемся с вами. Ну, раз на раз не приходится. То есть надо... В таком варианте лучше всего искать героя, которого можно вытащить, чтобы они вдвоем на нем зависнули. Опять же, то, о чем я говорил, смотр бьет процентуально, и вы ничего не сделаете в данном случае, потому что он такая падла, которая сносит дофигище просто. Так, тут никого... Процентуальной жизни, то есть 60% там или сколько, и вы ничего не сделаете. И это печально. Так, еще один. Тут уже есть у нас стрелок. Вот, кстати, тоже интересно будет, как они сейчас будут против стрелка. Смогут, не смогут. Вдвоем. Сейчас мы это проверим. Стрелок как-никак забирает энергию. Станту не столько нам страшен, а вот забор энергии страшен. Посмотрим. Но в любом случае, Бигфут это один из таких недовольно свежих героев старенькой школы, который реально еще может удивлять. Допустим, его можно использовать на разных локациях за счет его заморозки, особенно если вы качнете 13 скилл. На 14 там ничего не поменяется, а вот на 13 увеличивается время заморозки, и это очень неплохо смотрится. Даже на PvP локациях я постараюсь его уже на следующей неделе на атаке фортов потестить, посмотреть, что же все-таки будет, как он будет себя показывать, потому что в пачке с 6 героев с нормальным отхилом, я думаю, он будет одним из топовых танков. Ну, в общем, посмотрим. Вот так вот, такой вот, ребятушки, тест. Без слива никак, шанс слива, как обычно, максимальный. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.